Очередное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано накануне вечером на пересечении улиц Жилтоксан и Байтурсынова. Участниками столкновения стали водители BMW и Mercedes. Люди в этом происшествии не пострадали. Сар бірінші жанды, біз сразу машиналар тұрып тұрып, бірінші өткетен деп қозғалды. Мынақта төртінші жолдан ба, жанына BMW келді, қатты келді да. У водителя BMW своя версия произошедшего. Мужчина уверен, он не нарушал правил дорожного движения. Зеленый только загорелся, я ехал оттуда, весь поток тронулся, и я тронулся. Он заканчивал маневр, так как поток тронулся, я его уже не заметил. Я ехал прямо на зеленый. Из-за аварии близ перекрестка скопилось множество машин. Возникла пробка. На место происшествия прибыли сотрудники управления дорожной полиции. Проводится расследование. Перекресток оборудован камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления. Возможно, записи помогут установить виновника ДТП. Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом задержали 30-летнего жителя города, который подозревается в сбытии наркотиков. По версии следствия, он продал дозу наркопотребителю. После того, как его задержали, полицейские нашли у него еще несколько доз. В одном из подъездов дома номер 33, расположенного по проспекту Токихана, был задержан житель города Шымкента 1982 года рождения, который производил ремонт в одном из квартир, указанных дома. Значит, в ходе проведения осмотра данной квартиры было обнаружено 10 свертков героина свыше 2 грамм, которые хранил для последующего сбыта. Все вещественные доказательства изъяты. Проведен ряд экспертиз. Уголовное дело возбуждено по факту сбыта наркотиков. Греф на зону. Сотрудники комитета уголовно-исполнительной системы задержали 21-летнего жителя поселка Жилдес. Молодой человек, судя по всему, пытался осуществить переброс на территорию исправительного учреждения ИЧ-167-2 в простонародье Тубзона. Однако сделать это ему не удалось. В ходе досмотра у молодого человека изъяли 6 грамм героина. Сейчас почитателем криминальной романтики занимаются сотрудники Инбекшинского отдела полиции. Полтас не нужен? Оно жеңіл. Оно жеңіл, шпай қалады, сол үшін, да, я. Ана жазы қалып не үшін, что-то түсініксіз, жазы қалып не үшін? Көрмей қалады да, жазы қалып не үшін. Ана өзім, жалғыз өзім лақтырсам көрмей қалады. Бірге қосып, лақтырасы, сонда ұшып барады, ғана көрік көрініп тұрады, қайқы ұшқан, осы арқылы тауы болады. Осы арқылы тауы болады, да, түсінікті, түсінікті. Это уже третья пресеченная попытка переброса в зону в этом году. Фигурантами проходят молодые люди, которые пытаются доставить в исправительное учреждение наркотики и мобильные телефоны. Наша цель – довести до вас соблюдение элементарных правил пожарной безопасности, быту в общественных местах и при выезде на природу. Сотрудники противопожарной службы управления по чрезвычайным ситуациям города Шымкента начали проводить работу с населением. Увы, лесные и степные пожары в нашей области не редкость. И зачастую они возникают из-за человеческого фактора. Поэтому профилактика очень своевременна. Разговор с людьми шел и о бытовой безопасности. Организуются сходы граждан по разъяснению необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, общественных местах, а также при отдыхе на природе. Подобные мероприятия будут проводиться в дальнейшем.